Так, все. Внимание. Незаир. Ждем. Скаут. Ждем. Всех ждем. Строимся. Нас осталось мало. Я бы хотел сказать, что мы в тельняшках. Вчера мой был праздник, но он прошел незаметно. Так бывает. Техника. Это ПКП. Не сбивай! Опоздал. Он все сбил, блядь. Одни залеты сегодня. Он сбил, это сбил, блин. Там уничтожил. А, нет, это Виктор. Виктора. Нет. Виктор сегодня даже связи нет. Виктор, ты нас слышишь? Связь есть? Давайте это самое. Смотрите, начинали большой толпой. Потом заканчивали такой же толпой. Закончили, вот, стоит 6 человек. Это не значит, что остальные, конечно, нас, ну, предали и все. Ну, они просто пошли спать. Вот, как все. Хочу сказать спасибо. Смотрите, что получилось сегодня. Сегодня никаких претензий никому нету. Сегодня была тишина, даже, скажем так, зловещая. Обычно кто-то что-то верещит, обычно кто-то что-то говорит, кто-то с кем-то разговаривает, обычно перещит, ну там что-то, знаете, как это, молодежь там и все такое прочее. Сегодня было, сегодня мне понравилось и не понравилось, то есть мне приходилось переспрашивать. Патроны кончились, там все такое прочее, это все не важно. Сегодня была игра очень классная. Сами видели, у нас сегодня никто не умер, кроме авиации. Авиация, спасибо отдельное, у нее такая работа, к сожалению. Ее поднимать. Если мы будем еще авиацию поднимать, то там вообще кранты будут. Спасибо большое за бой. Спасибо большое за игру. Я надеюсь, вы сюда будете приходить чаще, чаще и чаще. А я постараюсь здесь тоже быть, если вы не против. Есть у кого что сказать? Тогда спокойной ночи. Чтобы авиация... Незаир, сегодня, конкретно сегодня, я бегал с рации целый день. Ну, не целый день, с вечера. Я не знаю, почему так рация сработала. Это не наша с тобой проблема. Это проблема немножко другая. Мы эту проблему решим, я обещаю. Я психовал, что тебя не слышно. Ты психовал, что меня не слышно. Я представляю, что ты чувствовал и что я чувствую. А ты представь, что я чувствовал. Но я уже вижу, что у нас проблема-то не в этом. А я зарядился, и рация, посмотри, какая у меня рация, во. Видишь? Обычная. 3000, да. Обычная рация. Но я не знаю, что случилось. Нет, она не заработала. Она заработала, когда мы были в машине. А до машины она не работала нифига. А сейчас она работает? Раз, два, три, пять. Нет связи, 55-й канал. Это американская нарация. У кого? Ноль нажми. Вот меня слышишь? Да, теперь да. Это американский канал. Какой 55-й канал американский? Ну, в смысле, канал связи 55-й в американской частоте. Ты смотри на этот, на сам внешний вид рации, когда ты нажимаешь RTP. Это американский. Это слышно, американская рация, да. Вот я сейчас одену я нашу русскую, но мы в основном берем MR6. Ладно, разберемся. Я понял тебя. Все. Не одевай ничего, я понял тебя прекрасно. 6000, значит, будет 6000. Итак, спасибо большое. Спасибо большое, кто был с нами. Спасибо, кто ушел, к сожалению, там спать или так далее. Сегодня хорошо. Я уже повторяюсь, наверное, да? С этой рацией гребаной. Претензий нету никому. Сегодня удивительно. Претензий нету никому. Даже сегодня просрали вертолет. Вот честное слово, просрали вертолет, да и хрен бы с ним. Вот честно. Потому что, ну, блин, так бывает. Ну а что мы теперь? Что он там?
что он там чешется? Это мой персонаж чешется и чешется. Спасибо большое за игру. Завтра приходите, попробуем еще раз играть, если хотите. Все, удачи всем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не успел, сука. Почему так, блин? Че ты? Я спать пойду, блин. Channel switched.